Как ты чё? Я упал. Здрасте. А вы чё без этого? Слезы наворачивались. А ты чё без ничего? Не знаю. Не спешим. Да, не сильно легкие, можно и подурачиться. Конечно. Батарейки у меня на месте. Ну давай, Ник. Вот тут можно упасть. Что-то у меня резина проскальзывает. Холодная, блин. Та-да-да-да. Что вы сделаете? Врынь, врынь. Люди, возвращают лес по морю. Все есть, далеко не есть. Осень! Осень пришла. Подарков нам не принесла. А только холод и грязь. Дорожек в этом лесу много, и ведут они хрен знает куда. Очень круто кататься так. Другой вид совсем. А вот эту дорожку я знаю. Здесь все зеленое было, я тут из-за веток зубами обрубился. А сейчас нормально все. О, бревно. Ух, ебать. Ой, я знаю эту дорогу. Ура! Красиво. Не видно кочек из-за листвы. Собаки. Я не вижу дороги, между прочим. Еду по ощущениям. Да, очень круто. Ребят, мы выбрались покататься в нелетную для нас погоду. Нелетная в смысле плохих погодных условий, ну из-за холода. Но я вам скажу, ощущения совсем другие. Главное одеться потеплее, можно хреначить. Ощущения свои, потому что выносливость по-другому преобразовывается. Она становится меньше из-за того, что глотку схватывает. Вот, мы сегодня налегке, потому что времени немного у нас было. Ехать так-то некуда далеко. Потому что надо собираться заранее. И погода сегодня не очень, да. Вообще зимой круто кататься из-за того, что на роже маска. Лица не видно, не так стыдно ездить с камерой на голове. А то как дурачок светишься с камерой на лбу. Вот это прикол, ребят. Непонятный шлагбаум какой-то. Кто его сюда поставил? Ездили, никому не мешали, и вдруг шлагбаум.
Представляете, да? Вообще, реально, зимой нюансов много езды. Но не зимой, а когда сезон уходит, масло загустело, вилка стала жестче, тормоза ватнее стали, резина сдубела, она не хватает грунта, как раньше. По асфальту едешь, она скользит. Надо быть аккуратным, когда закладываешь. Не знаю, про обзорность я говорил или нет, но когда такую хрень напяливаешь на лицо, вообще ничего не видно. Я сейчас еду, я своего руля не вижу. Очень прикольно. Ну или нет. Ну вообще красиво по осени кататься. И зимой тоже красиво, если снег есть. Ох, как круто. Сложно. Ну вообще красиво, когда все листва падает. Все открывается. Какое-то это, ограничение стоит. Ну да, есть. Должно пройти. Сезон у нас закончился, я придумал, чем можно будет заняться все-таки в межсезонное время. Это разборка, починка, замена расходников велосипеда. Но одно но. Нужны съемники. Три штуки желательно. Съемник для каретки, для блока звезд и выжимка для шатунов. Больно, но тупо. Три инструмента, стоят они по 800-900 рублей. Это жопа, конечно, полная. Вот, так что я не знаю, когда. Но у нас будет рубрика новая. Рубрика новая на канале будет, но неизвестно когда, потому что инструмент не такой уж дешевый. И расходнички тоже не дешевые. По мере их приобретения я буду все снимать. Благо гараж и предгаражная территория есть. Будете смотреть. Стараться учить я не буду, я буду стараться показывать, что я делаю. Потому что я сам ни хрена не умею. Вот, будем учиться вместе. Вот, смотри, два форда стоят. Эх. Это что такое? Как я научился, а? Не, ну, ребят, конечно, разговоров вообще никаких, потому что та же обзорность меньше. Ты вот едешь, хочешь обернуться назад, посмотреть, а у тебя не получается, потому что у тебя капюшон тянет тебя в другую сторону. Это жесть. Так что не шалите, пожалуйста, зимой, а то будете под машиной вот под такой. А вам это надо? Страховая вам ничего не оплатит. Останови. А? Сугать так не надо. Ать! Не-не-не, Кит! Ну вот, ребят, мы приехали, куда мы хотели приехать. Ну, чисто посмотреть. Мы кататься не умеем по таким штукам. Может быть, вы. Мы по таким местам не фанатеем, так что шлемов у нас пока нету, чтобы тут кататься. Мне кажется, без шлема здесь опасненько так-то кататься. Мы совершенно не знаем, что здесь есть. Мы узнали об этой фишке буквально несколько дней назад. Тут был скейт-парк. Вот я его вижу. Ну не скейт-парк, но просто рампы, все дела. Вот они. Да, он был, видишь, его.
Да вот он другой, вот направо, посмотри налево. Вон сзади. Да. Ребят, вот смотрите. Это, короче, одна часть парка. Вот, короче, это остатки парка, которые люди сами делали на свои деньги. Ну, сюда приходят, мусором кидают. Территория так-то получается бесхозная. И люди сюда приходят всякую хрень делать. Ну, короче, такая штука. Очень страшно здесь. Говорите, чтобы вы тут на бэмиках финты крутили. Мы крутить не будем. Ну, а так прикольные штуки. Так, а тут еще где-то дёрт-парк есть. Где он? Где наш дёрт-парк? Отлично, отлично. Так, так, так. И где? Ёй! Не, ребят. Все, все на месте. Мы чуточку обознались. Ай. Да ладно. Давай, Ник, давай. Можешь попробовать? Или хуйму запрыгнем? Ну, видно, что это жопа. Представляете, люди это сами копали. Интересно, здесь кто-нибудь из моих подписчиков катался? Не вот так, как мы, я имею в виду прям сильно. Да, это интересно. Лик, 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 лик. Но она заросла, блин. Страшно. Мы еще слишком молоды для такого, ребят. Не, это жесть. Ебать, она трясется, Ник. Ну вот. То, что сами пацаны делают, делают, да. Поэтому трясется. Вот разгонная для этой полосы. Та же ковер внизу, смотрите. Не, ну это, конечно, страшненько. Я не знаю, что здесь делать, ребят. Я не такой профи-гонщик. Я бы на своем тут не рискнул. Мне кажется, у меня как раз рама лопнет в соединении со стаканом. Да хренище усилия вообще люди приложили, чтобы это построить все. И тут никто не катает. На нас, наверное, действует осенняя депрессия. Мы какие-то овощные стоим тут, разговариваем, жизнь обсуждаем, и нам никуда не хочется ехать. Или мы просто обленились. Но, скорее всего, все вместе. Кстати, вот видите, здесь протектор, вон кусок, след. Здесь, конечно, люди ездят, но какие люди? Мы не такие люди. Я еще велосипедом своим дорожу и шеей. Если вы хотите, приезжайте сюда, катайте, только со шлемом, безопасность превыше всего, но я пас сегодня. Вот свиньи гашеные, кто здесь хрустим жрал рак и яиц вам. Не, рампа, конечно, крутая. Ребят, мы сегодня в таком виде. Все потому, что холодно. Холодно. А он без маски. Мы сегодня будем ставить рекорды скорости. Трепещите. Шлемов, правда, нет. Шлемов нету, да, вот стрёмно, серьезно. Я фонарь включил. Мы стали более заметны. И максимально. Не-не-не, я не буду нехать. Я боюсь.
У нас максималка сегодня была 35. Ты ДНК, я не ДНК. Мы скатились вниз, и знаете что? Мы в шоке. Наша максимальная скорость, знаете какая? 45 долбанных километров. Вот видите, 45,2. У меня спидометр выключился на спуске. Он засек 38 максимальную. Это, короче, жесть какая-то. Нас, видимо, сдувало или что? По-моему, это... тот раз быстрее даже был. Тот раз было 53. Ну это какая-то дичь, блядь. Ну хотя бы средняя скорость 14. Это побольше, чем обычно. Сейчас нам надо будет ехать обратно домой. Ровно, да, не такая. Кстати, стил спасает, когда у нас перчатки. Ребят, лень критически обострилась. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, нас отравили, ребят. Но лень наша не знает границ. Мы поднимаемся пешком. Мототехника бы нас точно подбодрила. Полей так много. Раз, два, три, четыре. И все бесхозные некоторые. И это центр. Ай, блядь, что-то мне поебало щелкнул. Ай, ебать. Ну вот, ребят. Красиво. Все-таки покатушки вечерние приносят удовольствие, хоть. Да. Не всегда, но доля есть. Очень хорошо. Очень красиво. Наш ТРК. Здесь все ошиваются. Давай автобус дернем. Дернули, некий, дернули. Ну что-то крапает, на нас что-то крапает.